Добрый день, дорогие друзья! И сегодня я расскажу нашу систему обучения инфодайвингу, которая будет работать с сентября 2020 года. Те, кто у нас продолжит обучение, у тех дополнительные бонусы. Те, кто начинает обучение, многое придется пройти самостоятельно. Итак, для того, чтобы заниматься инфодайвингом, вам надо зарегистрироваться на платформе subretion.com. subretion.com. У вас открывается свой собственный кабинет, и там вашему вниманию будут предложены разные программы и тренинги. Они все разноуровневые. Есть подготовительные программы, есть программы базового уровня, есть программы технические продвинутого уровня. Это вы будете все определять сами, что вы делаете, как вы делаете и зачем вы делаете. Я лишь расскажу, что надо для того, чтобы сотрудничать с нами в плане дальнейшей деятельности. Если вы хотите сотрудничать с инфодайвингом на результат, а мы ориентированы действительно на результат при работе с тяжелыми заболеваниями, и действительно очень много чего исследуем, и действительно сегодня наука не может объяснить наши результаты, и вы видите и читаете их каждый раз на сайте, все новое, 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 с документальными уже подтверждениями. Это значит, что нам надо готовить специалистов, которые пойдут за нами следом. Что мы делаем? У нас будет статус ученика. Этот статус возможно будет получить тем, кто прошел определенные программы. Вообще подробно все, что я говорю, описано в разделе «Обучение» на сайте pup.by. Вы заходите в раздел «Обучение» и видите, что для того, чтобы стать учеником, надо, чтобы обязательно были пройдены программы «Старт, деньги, отношения, здоровье», «Здоровье тела», «Здоровье психика», «Технический курс для начинающих», «Магия управления подсознанием» и «Практикум базовые алгоритмы». Почему именно эти программы? Потому что они учат основам работы в инфодайвинге, управления своими состояниями и дают минимальную техническую базу. Это самый минимум, когда вы можете уже работать по алгоритмам. Почему мы на это стали обращать внимание? Мы видим, как инфодайвинг соединяют с остеопатией, с тета-хиллингом, еще с чем-то. То есть человек не может держать состояние субъективного восприятия, и он вываливается в объективное и пробует получить результат. Результативность при этом резко падает. То есть она больше обусловлена внушением, гипнотическими состояниями, трансовым и механизмом внушения. Мы же даем механизмы, когда человек расширяется, и в его восприятии другой человек поправляется, потому что он становится субъектом его психики. Видите, глобально подходы абсолютно разные. Поэтому держать субъективное восприятие достаточно сложно, и это процесс тренировок, и эти тренировки на ком? На людях. Поэтому статус ученика будут получать люди, кто имеет пройденные определенные программы. И дальше мы видим, что этим ребятам уже надо тренироваться на людях. И есть люди, которые не могут заплатить и пишут мне: пожалуйста, сделайте консультацию бесплатно. И вот это идеальное сочетание, когда ученик получает свою жертву, а тот, кому надо помощь, получает своего целителя. Это все на бесплатной основе, но при этом выгоду получает и один, и второй человек. Вин-вин. Для подсознания это прекрасно. Оба выигрывают. Один получает услугу, другой получает возможность тренироваться. И таким образом, единственное обременение для тех, кто заказывает такую услугу бесплатно, это будет обратная связь нам. И этот договор, что он обязуется присылать нам обратную связь по результатам, честную обратную связь, он будет подписывать, ставить «Окей». Да? Это все будет реализовано на платформе уже к сентябрю. Статус ученика позволяет человеку накопить определенный опыт. Мы видим, что у человека начало получаться, мы видим, где у него какие косяки. И это дает возможность человеку полностью работать в субъективном восприятии по нашим алгоритмам. Если у человека не хватает нашей технической базы, он начинает использовать какие-то объективные техники, он будет сам видеть, что он вываливается из восприятия, результативность у него снижается. Следующим этапом взаимодействие с нами становится стажер. Стажеры уже будут иметь официально сертификаты. Они сейчас готовятся, они очень интересны. Все наши стажеры скоро по почте их получат. Работа со стажером предполагает еще на стадии ученичества заключенный договор.
Два договора мы высылаем, ребята подписывают. Это все надо для того, чтобы мы могли осуществлять финансовое взаимодействие и через банки проводить все платежи. А стажер обязательно должен быть зарегистрирован в своей стране и платить официально налоги. Это наше требование, и в данном случае все наши стажеры обязательно регистрируются предпринимателями. Все реквизиты указаны, все платежи идут по банку. Таким образом, когда вы переходите в статус стажера, вы уже начинаете зарабатывать. Ставки у нас, вы видите, суммы у нас достаточно высокие, стоимость консультации у нас высокая, и она будет увеличиваться в дальнейшем. И загрузка у нас достаточно приличная. И в зависимости от того, как вы будете работать, вы сами будете нести ответственность за результаты. И вы будете сталкиваться с тем, что у вас, возможно, будет проскакивать соблазн перевести человека и работать в объективном восприятии техниками другими, либо все-таки сохранять и нарабатывать техники инфодайвинга. Но в таком случае вам важно будет, чтобы обратная связь у вас была положительная, и люди от вас узнавали, действительно, либо с нашего сайта, либо по народной молве. Почему? Потому что достаточно несколько продуктивных консультаций, и человек выходит из заболевания. И получается, что вот эта музыка, которую поет психотерапия, когда к ней вечно ходит клиент, или медицина, когда человек вечно ездит в поликлинику, она заканчивается очень быстро. И те, кто с нами работают, они знают, что выход достаточно быстрый. И ваше дело как можно результативнее работать. Когда у вас будет отработано от 100 консультаций, и вы будете видеть результаты быстрого выхода человека из заболеваний, вы переходите в статус инфодайвера. Каждый раз при переходе будет загораться кнопочка зелененькая. У вас можно будет подать заявку из кабинета. Все делается из кабинета. Мы сами следим за тем, то есть как мы следим? Система следит. Появилось нужное количество программ, все, допускаешься. Есть определенное количество консультаций обратной связи, допускаешься. У вас появляется возможность подать заявку, стать инфодайвером после стажера. Что такое инфодайвер? Кто такой инфодайвер? Это человек, который может проводить образовательные программы. Образовательные программы мы также не просто планируем, а уже с осени делегируем нашим ученикам. И у нас уже появятся люди, которые будут вести внутренние отладки, пойдут полностью, которые будут вести наши стажеры, кто переходит в статус инфодайвера. Здесь мы высылаем еще один сертификат вам, следующий. И это все, все эти сертификаты работают подтверждением для налоговых органов, что вы законно ведете работу, законно ведете деятельность. Статус инфодайвера предполагает, что вы начинаете образовательные программы. Образовательные программы могут быть наши, могут быть ваши. В зависимости от того, какие наработки будут. Это следующий статус. И дальше следующий статус человек получает уже ведущий инфодайвер. Это те, кто участвует в исследовательской экспериментальной деятельности вместе с нами. То есть все экспериментальные лаборатории в разных направлениях мы планируем. Возможно, они будут в одной стране, возможно, в разных, но к этому придем, когда мы откроем свой собственный центр. Сегодня мы собираем программы, и сегодня мы активно выводим людей из заболеваний, снимаем фильмы и показываем, что это рабочие методики. Сегодня мы медленно, но верно входим и завоевываем часть сектора рынка медицинского, где медицина бессильна. Мы взяли самую-самую часть, где медицина ничего сделать не может, религия ничего сделать не может. По сути дела, у человека остается либо мучиться, либо кладбище. И вот этот сектор рынка никому не нужный. Инфодайвинг быстренько подхватил и начал выводить людей из заболеваний. Не всех и не всегда, но у нас достаточно высокие результаты. И на сегодняшний день эти результаты заслуживают внимания и медицины, и науки. И я думаю, мы будем достаточно быстро развиваться дальше. И параллельно займем еще и исследовательский сектор для того, чтобы показывать, что инфодайвингом можно брать озарение и развивать технические направления. Инфодайвинг можно использовать в спорте для того, чтобы
человек быстро и качественно проводил определенные манипуляции со своим физическим телом, опять-таки в реабилитации, чтобы он быстро восстанавливался после травм. Инфодайвинг хорошо подходит для, ну, вот уже для работы с аутизмом и с другими недугами, достаточно тяжелыми, это уже подтверждено, и это уже снимается. И в этом секторе мы работаем. Еще много направлений, где мы можем работать, и где инфодайвинг может ярко проявить себя. Но это все будет раскрываться по пути. Инфодайвингу 1.5 года, и за это время вы видите, сколько людей воспользовалось нашими услугами, сколько результативных моментов, и мы ориентированы и дальше на результат. Для тех, кто думает, что он придет в инфодайвинг, как в тета-хилинг или как в какие-то другие направления, получит бумажку и будет продолжать свою деятельность, но под этим брендом собирать других людей, я могу вас успокоить, этого не будет. Дело в том, что мы не ставим ограничений, не бегаем за людьми и не заставляем людей каким-то образом входить в систему, не входить и так далее. Мы работаем по вселенским законам. А это значит, в мире царит гармония. А гармония царит тогда, когда она в душе. И если человек честен сам с собой, то она гармония. А если у человека где-то есть, тогда гармонии нет. И тогда все происходит естественным образом. Это магия, магия сознания. И мы учим человека быть действительно осознанным, действительно осознавать в себе Бога и действительно использовать вот это расширение своего сознания для того, чтобы помочь тем, кто только начинает этот путь. И это действительно очень увлекательный путь в счастливую жизнь, в счастливую судьбу, в реализацию, в познание в себе Творца.